за выдающиеся достижения в области обеспечения безопасности РФ, а также многолетний добросовестный труд. Почетному ветерану РФИАЦ ВНИЕФ, ведущему инженеру завода ВНИЕФ Александру Петровичу Федотову присвоили звание «Почетный гражданин города Сарова». В этом году он отметил 90-летие, стаж его работы – 72 года. Александр Петрович прошел трудовой путь от контролера отдела технического контроля до ведущего инженера по планированию. Спасибо вам за то, что вы меня наградили такой большой наградой. Посмотрел я там галерею награжденных, там академики, директора, главные конструктора, все. А теперь простой человечек, и я там буду. Зал аплодировал Александру Петровичу стоя. На такой торжественной ноте и началось заседание Думы, последнее в уходящем году. В первом вопросе повестки утвердили перечень имущества, которое Министерство имущественных и земельных отношений предлагает принять в муниципальную собственность. Министерство предлагает нам принять в муниципальную собственность набор духовых инструментов, набор барабанов, общее количество 3 штуки и книги, 3 экземпляра книг. Имущество предлагается закрепить на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, детской музыкальной школой и библиотека имени Маяковского. Также народные избранники обсудили финальные корректировки в проект решения о бюджете Сарова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Главный финансовый документ города депутаты приняли единогласно. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.